Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Push Simulator. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него, как всегда, будет в описании. Перед началом, если у вас нет никакого чита, заходим во вкладку Exploits и скачиваем чит от Fluxus. На данный момент работает только он из всех читов, которые находятся на сайте. Также видео в подсказках оставлю, посмотрите, как его скачать, как получить ключ. В принципе, там сложного ничего нету, я думаю, вы поймете. А дальше, после того, как скачали чит в поиске, пишем нужный нам режим, нажимаем поиск. И на этот режим есть только один скрипт пока что, а больше, к сожалению, я найти не смог, потому что режим новый, буквально недавно вышел, и на него успели только один скрипт сделать. А в дальнейшем, когда будут добавлять новые скрипты, естественно, я их добавлю на свой сайт. А значит, чтобы получить этот скрипт, нажимаем кнопочку «Скачать». Далее еще раз «Скачать». И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в игру, открываем чит, в чит вставляем скрипт и нажимаем кнопочку «Ввести». И ждем, пока заинжектимся. Смотрите, в основном, как я понимаю, когда происходит инжект, когда нет. Нужно ждать сейчас, пока пропадет вот эта надпись «Inject Fluxus». Когда эта надпись пропадает, после этого можете попробовать нажать кнопочку «Запустить». А если скрипт запустится, то, естественно, у вас инжект получился. Если не запустится, то заново перезайдите в этот режим и нажмите «Ввести». Но, как видите, долго у меня думает. Бывает такое иногда. Может быть, он минуту-две думать может. В принципе, это нормально, ничего страшного, то, что так долго. Короче, ждем. Так, все, спустя где-то минуту-две у меня пропала эта надпись. Пробуем запустить скрипт. Нажимаем и смотрим. Да, все, скрипт запустился, как видите, все отлично. Здесь, в принципе, довольно много функций. Давайте начинать тестить. Первая функция — это автотрейн. Нажимаем и смотрим, что происходит. Короче, эта функция автоматически за вас кликает по экрану и тем самым зарабатывает силу. Также у меня какой-то здесь бонус появился, плюс 6, у меня было плюс 3. Ну ладно. Идем дальше. Автодумбил. Не знаю, правильно прочитал или нет. Тоже не знаю, что это за функция, но давайте включим. И, как видите, ничего не происходит. Вообще, как я понял, эта функция, скорее всего, с какого-то другого режима, потому что, насколько я знаю, этой характеристики вроде бы как в этом режиме нету. Скорее всего, разработчик ошибся и что-то неправильно сделал. Так, берем на 6 килограмм. Вот эту грушу. Ой, не грушу, а как она называется-то, я забыл. Гирю, наверное. Короче, не суть. Так, давайте на 4 килограмма возьмем. И включим эту функцию. Может быть, она поменяет вот эту гирю или нет? Слушайте, вроде бы как поменяла, если не ошибаюсь. Вроде бы да. Ну, короче, ладно. В принципе, не суть. Идем дальше. Автореберст. Скорее всего, у меня не хватает, да, мне нужно 25 побед, у меня пока что только 6. Но эта функция в любом случае 100% работает. Идем дальше, это автобой, либо же, как сказать, ну, короче, соревнования с этими ботами. Значит, мы здесь выбираем любого бота, который есть в этой игре. У меня сейчас 4000 силы, но чуть побольше. Ну, здесь вот есть бот с 10000 силами. Но, скорее всего, я его не выиграю. Короче, выбираем второго бота. В принципе, автотрейн можно отключить, если хотите. Вот мы выбрали этого бота. Дальше включаем авто-NPC и авто-пуш. И смотрим, что происходит. И, как видите, автоматически за меня мой персонаж тпхается на этого бота. Принимает поединок. И автоматически также его толкает. Так что все четко работает. Так, выключаем. И последнее все, что остается, это получается автооткрытие яиц. Давайте, в принципе, мы это с вами проверим. Мне хватает только на самое начальное за 5 побед. Оно у меня уже здесь выбрано. Ну давайте еще раз на всякий случай выберем. И включаем. Отлично. Автооткрытие, как видите, тоже работает. Все четко. И причем автооткрытие работает с большого расстояния. То есть вы можете находиться где угодно, и яйцо у вас все равно будет открываться. Офигеть, мне выпал эпик. Прикольно. 7%. Ну, 7,7 шанс был. И последнее яйцо. И, как обычно, фиговый питомец.
Ясно, понятно. Так, давайте их оденем. И посмотрим, сколько я буду получать сейчас силы. По 25 за один клик. Слушайте, в принципе, неплохо. Томас очень сильно бустит. Вот, в принципе, у меня на этом все. Буду заканчивать. Вот такой крутой скрипт я сегодня для вас нашел. Кому он понравился, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Айзбан. Всем удачи и пока.